середине VI века на просторах Евразии возникла одна из самых величайших в истории человечества империй, получившая название Тюркский Каганат. Всего лишь за 20 лет его непобедимые войска сумели завоевать территорию от Желтого моря на востоке до Черного моря на западе, высоко вознеся синее знамя с изображением золотой волчьей головы над покоренными народами. Какова была судьба Каганата и какой след он оставил в истории Евразии? Using Powtoon.